и две пышные кроны. И несорецкие цветы, цветами Гефсимани, являлись частью красоты божественного создания. Да, Иисус цветы любил, но для других создал. Другим любовь к цветам вложил, учил ему воздание. И что же от людей принял Христос? Букет цветов, наверное, букет прекрасных лилий, роз, о нет, венок из стерна. Мой друг, покажем людьми хороший день несчастья, дарит цветы добра, любви, дарит цветы причастия. Ты никогда не жди похвал от мира за букетом, между цветы всегда давал шипы, запомни это. Так он Иисусу заплатил и первым христианам, и всякий, кто цветы носил, носил от терна раны. Неси цветы, придет пора, и ты пожнешь с избытком, пожнешь плоды добра сто крат, не будет труд забыт. Чисто вот.